совершивший подвиг, точно знает, ради чего стоит жить и за что не страшно умереть. Время героев на телеканале «Звезда». Оксана Воронкова прямо на поле боя оказывала медицинскую помощь бойцам. Под артиллерийским обстрелом эвакуировала раненых солдат. На какие еще подвиги способна женщина на фронте? Сегодня в нашей программе. Она прошла Чечню, Сирию и с самого начала на специальной военной операции. И своей жизнью доказала, что даже на военной работе, среди крови, боли и смертельной опасности, можно сохранять женственность, доброту и любовь. В одном из артобстрелов получили ранение несколько человек с нашего отряда, в том числе и командир. Это все начинается неожиданно, и как раз-таки снаряды пришлись прямо по центру нашего лагеря. И вообще удивительно было, что мне, можно сказать, легко отделались. А ты где находилась в этот момент? В этот момент я находилась около автоперевязочной. Укронацисты безжалостно били прямо по госпиталю кассетными боеприпасами. Подруга моя как раз сходила за обедом. И только пришла, и начался обстрел. И, конечно, к ее ужасу, когда она вышла, как раз в месте, где она буквально минуту назад прошла, там была воронка от снаряда. И она говорила: я не представляю, что я могла идти тут минутой позже. Но мы успели сами добежать до укрытия, и девочки из госпитального отделения уже начали выносить и выводить раненых. Ты раненых тоже переносила в блиндаж? Да, мы все вместе с девчонками переводили и переносили. Я помню до сих пор, как у меня тоже девочка одна на бронежилет не успела надеть, вот прибежала и легла, и я ее накрыла. Получается, легла на меня, я ее накрыла своим бронежилетом, потому что я была еще и в каске, и вот она лежала у меня под моим бронежилетом на животе, ну, потому что пространство маленькое, как бы всем надо было поместиться. Mm-hmm. Фактически друг друга как-то укрыть, помочь. Вот можешь сейчас уже, да, после всего пережитого сказать, mm-hmm. на войне есть место женщине? По-хорошему, конечно, правильно говорят, что да, у войны не женское лицо. И лучше бы, если женщин на войне не было. Но есть такие моменты, когда без нас обойтись тяжело. Это касается медицины. Ну, ты знаешь, я вот с тобой разговариваю, ты такая спокойная, сильная. Это, ну, вот действительно оно, да, вот так внутри? Ну, это, наверное, какое-то самовоспитание. Для ты того, чтобы такое себя было? Практически, да. Но, наверное, со временем я себя приучила сильно не показывать свои эмоции и сохранять спокойствие. Когда ты первый раз уезжала в такую боевую обстановку, это где было? Юная была, 20 с лишним лет. Это было Чеченская республика. Я ездила вместе с супругом, поэтому гораздо легче, проще было. На специальной военной операции на Украине Оксана в рядах воздушно-десантных войск. Что ты увидела первым делом? Нам пришлось копать блиндажи, да, пилить бревна, таскать их, маскировать своими руками. И я, и мои боевые подруги, девчонки, мы все это делали, потому что мы знали, что это может спасти жизнь нам и раненым, которых к нам могут привести. Мы еще параллельно разворачивали автоперевязочные, углубляли палатки пневмокаркасные, если что, для госпитального отделения, чтобы было где расположить раненых. А твои вот основные обязанности, они какие? В отряде являюсь главной сестрой, но так как у меня специализация по операционному делу, то я совмещаю и руководство, и операционное дело. Можешь рассказать об этом случае, когда вашу колонну начали обстреливать? Передвигались через поле. В какой-то момент колонна немножко приостановилась, потому что дорога была очень плохая. Это, видимо, был очень удобный момент для обстрела. И начался артиллерийский обстрел, но только уже
Мы ехали в санитарном автомобиле и в рацию уже слышали, как нам кричат, что нужно срочно протянуть колонну вперед для того, чтобы вывести конец колонны как раз с поля из-под артобстрела. И в какой-то момент поступила информация, что в конце колонны раненый, наш санитарный автомобиль поехал туда, оказали первую помощь, наложили коляску. А как это все происходило? То есть, получается, ваша машина поехала в конец, это как раз туда, да, где самая мощь, да, обстрела была? Для того, чтобы забрать оттуда раненого. Мы в санитарном автомобиле оказывали помощь, ну, это была перевязка, и зашивали рану. А почему ты решила вообще стать именно военнослужащей? Все-таки с династией связано, потому что у меня дедулик, он полковник ракетных войск стратегического назначения. Он был когда-то начальником курса в Серпуховском филиале Московской академии РВСН. А брат мой, родной Иван, закончил тоже сейчас старший лейтенант и служит на Южном Сахалине. Вот поэтому, наверное, всегда мне очень нравилась форма. Это всегда так торжественно, красиво. Изначально ты планировала стать врачом? Я закончила медицинский колледж. Просто пришла в армию по контракту и совместила две специальности. Медик, военнослужащий. Самый непростой день на СВО для Оксаны выпал на ее день рождения. Думаю, ну вот сегодня, сейчас приведу себя в порядок, глазки подкрашу. Ну, все равно, на день рождения, где бы он ни проходил, какой бы он ни был, все равно это мой день. Девчат меня поздравили, целовали, обняли. Пожелали, чтобы больше в таких условиях день рождения, конечно же, никогда не проходил. Вообще это будет незабываемо. Ну и где-то, наверное, после 12 часов как раз-таки началось незабываемо. Потому что подъехала первая машина, которая привезла нам тяжело раненых ребят. У нас было уже на тот момент развернуто две автоперевязочные, две операционные. И сразу по двум операционным бригаде взяли раненых. Ассистировала врачам-хирургам. Давала инструменты. Вот так вот получается, что в течение дня несколько таких очередей у нас было с ранеными. Операции у нас длились практически до 2 часов дня и до утра. Работа кипела, все специалисты практически были задействованы. И одежду поменять, капельницы поставить, обезболивающие сделать. Это несмотря на то, что еще и каждого раненого все равно ты пропускаешь через свое сердце, через свою душу, потому что оставаться равнодушными в этой ситуации не представляется возможным. Несмотря на то, что часто говорят, что да, врачи это все абстрагируются, фильтруют, на самом деле это не так. Потому что, когда ты видишь страдания человека, ты не можешь к этому относиться равнодушно. Когда вот уже утром, да, был прооперирован последний раненый, можешь вспомнить вот свои ощущения, что ты делала, какие мысли были? Спать. Просто пойти спать, отдыхать. Потому что мы уже на тот момент поняли, что сон – это золото. Надо отдохнуть, потому что неизвестно, что тут будет через 2, через 3 часа. Надо использовать любую возможность. Муж у тебя тоже военнослужащий? Муж у меня раньше тоже служил в воздушно-десантных войсках, но в данный момент у меня служит в МЧС, в службе пожаротушения. А была ситуация у вас наоборот, когда он был в такой командировке где-нибудь в горячей точке, и ты его дома ждала? Да, конечно. В Югославии был. И в течение года я его верно ждала с командировки. Но это было как раз... Мы еще не были женаты, когда он приехал, мы сразу поженились. Познакомился я уже с ней под конец срочной службы. Мне нужно было ехать в командировку в Боснию и Герцеговину. Для этого нужно было пройти медкомиссию. Сразу влюбился в медсестру. Так начали общаться, она потом меня целый год ждала. Тогда мне было 21. Ей было 19. Как увидел, сразу влюбился. Это, наверное, первая любовь. И на всю жизнь. Она была и милая, и красивая, и сейчас остается милой, красивой. И какая-то в ней была изюминка. Первое свидание, мы так погуляли, тогда была осень, 98-й год. Вот, очень красивая осень была. И выяснилось, что я, например, из Челябинской области призывался. Городочек маленький, 48 тысяч населения.
И получилось так, что и родной брат ее дедушки, он живет в этом же городе. И мои родители знают и ее как бы дядю родного, и они знают друг друга. Так что вот так получилось совершенно случайно. Приложение я быстро сделал. Вот еще хотели до командировки расписаться. Но потом подумали, что лучше, когда я приеду. Я называю ее центр вселенной, она вокруг нее крутятся все. Ее любят дети, любят родители, любят большая часть сотрудников на работе. Мама, она очень добрая, внимательная. Она будет до последнего там с детьми сидеть, уроки учить. Если нужно, даже вот мне в гараже помочь, она будет со мной в гараже. Где-то вот в саду, там, в земельные работы, там, соответственно, там, покос травы там, никогда не оставит. Муж относится к командировкам Оксаны с пониманием. Знаю, что это работа, что нужно родину защищать. Кто-то защищает ее здесь, находясь. Ну, у всех разная работа. У Оксаны такая вот. Ни Чечня, ни Сирия, ни суровые будни специальной военной операции не изменили Оксану. Она остается всегда таким человеком, как уехала. Может быть, что-то у нее там внутри она и не говорит. Ну, а мы пытаемся всячески помочь. Да даже просто подойти, обнять. Соответственно, когда я подхожу, обнимаю, тут и дети летят обниматься. Ну, у нас вот так вот в семье. Там на специальной военной операции какой был самый приятный для тебя момент? Я получила из дома от супруга такую небольшую аккуратную посылочку. И там так красиво было сложено. Дочь купила мне носочки. С сыном вместе они ходили, купили мне дезодорант. И все это было такое милое, такое все розовенькое, зелененькое, хорошенькое. А, да, супруг купил мне, знает, что я очень люблю белевскую пастилу, орехи. Что-то было, какая-то колбаска, блокнот. Тоже такое, это дети купили, передали. Открываешь и понимаешь, что это только недавно было в руках твоих родных, и сейчас ты вот это распаковываешь, и вот эти милые носочки, теплые. Это, конечно, не передать словами. Очень хочется увидеть их опять, вновь хочется. Понимаешь, что в данный момент ты ничего сделать не можешь, а хочешь очень. Угу. Правила, эти женские радости. Хотелось там, не знаю, губы накрасить, вот всего ли хватало, ну, или это там не нужно? Слушай, ну, конечно, девочки все равно остаются девочками в любых условиях, и хочется выглядеть все равно симпатично, хорошо, по крайней мере, да, радовать себя хотя бы. В какой-то момент девчонкам торжественно вручили подарки от Министерства обороны, и такие большие сумки военные с надписью «Россия». И мы пошли их открывать, эти сумки, посмотреть, что в них. И, конечно, были очень приятно удивлены, потому что сумка была набита всякими интересными штучками для ухода за собой, для женщины. И видно было, что собирали эти сумки именно девочки, именно женщины, потому что все настолько было хорошо подобрано. Женщины всегда остаются женщинами, да? В любых условиях все равно мы о себе не должны забывать, потому что в один прекрасный момент нам придется вернуться домой, и зачем же от этого отвыкать? А у вас есть семейные традиции? Конечно, наверное, как и в каждой семье, мы очень любим все вместе выезжать либо на картинг, мы любим кататься на картах. Конечно же, мы всегда всей семьей украшаем дом, у нас частный дом, мы украшаем и снаружи, и внутри. Такие предновогодние подготовления у нас есть. Ну, конечно же, обязательные семейные ужины, походы в кино. Для нас вообще семья, семейный круг, родители — это всегда очень важно. Например, такая традиция у нас есть, это День воздушно-десантных войск. Купаемся там в святом источнике, наберем воды святой, и просто мы дома находимся всей семьей. Это твой семейный праздник. В семейных альбомах Воронковых есть что показать детям. Вот родители еще совсем молодые, на боевых заданиях. Это мама в бункере сидит, где они жили, под землей. Это мы на Пасху делали импровизированный кулич у нас был. Смотри, яйца красили зеленкой. И чем-то, ну, луковой шелухой и зеленкой, чтобы были разноцветные. Вот это сердечко папа вырезал сам из бука. Каждую буквочку вырезал, дарил мне на день рождения. Это собаку называли Кубик.
как я его назвал. Все ее назвали шариком, а я назвал кубиком. Ну, нужно как-то это отличаться. Это наши танки. Давай, листай. Это маме в ухо залетает вертолет. Вот, футбол даже там играли. Разровняли минное поле и играли в футбол. А чем играли? Большим камнем. Вот мама стреляется. Это что это? Зенитная установка. Зенитная установка. И сын, и дочь, говоря о маме, вспоминают в первую очередь ее отзывчивость и готовность прийти на помощь. Был случай, когда мы все вместе возвращались домой со школы, и мама увидела, как маленький ребенок выбежал на проезжую часть. Мама быстро среагировала и выхватила ребенка практически прямо из-под колес. Все обошлось, и все закончилось хорошо. Дети в отсутствие мамы стараются не поддаваться грусти. Помогают друг другу и папе. Дома полный порядок. Я, естественно, понимаю то, что ее помощь нужна стране. Конечно, тяжело и трудно без мамы, но приходится терпеть. Я помогаю папе по дому приготовить и даже поддержать друг друга, пока мамы нет. А специальная военная операция тебя изменила? Скорее, закалила. Произошла вообще полная переоценка жизненных ценностей. Я просто думаю, если как женщина рассуждать, угу. У которой дети и семья, и да, страна, и долг. Как здесь выбрать? Ну, выбирать здесь не приходится. И очень хорошо, когда семья тебя поддерживает и понимает, и когда она с тобой на одной волне, и также патриотично, также любит свою родину. Что такое? Наша семья — это тоже наша родина. Угу. Мы же, в принципе, за кого? За наших людей, за наш народ, за нашу семью, для наших детей, для того, чтобы они знали свою историю, для того, чтобы они всегда любили свою родину. Для того, чтобы понимали, в какой стране, в замечательной стране они растут. Чтобы они были добрыми, отзывчивыми. Ну и чтобы они не предали эту родину. Сколько времени у тебя не было дома? Ну, с начала спецоперации я приезжала 2 раза в краткосрочный отпуск. А супруг что тебе сказал, когда ты 2 раз поехала на спецоперацию после отпуска? Если в данный момент я там нужна, так тому и быть, значит, мы потерпим. И если я могу что-то еще сделать хорошего для людей и помочь, то, наверное, это надо делать, и от этого отступать нельзя. Я очень горда тем, что моя мама способна на такие поступки, способна помочь людям в такой период. Она помогает и солдатам, и мирному населению. Поэтому, несмотря на все переживания, я скорее положительно отношусь. То, что вот она там находится. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, старшина медицинской службы Оксана Воронкова награждена медалью за отвагу. Я горжусь, потому что награда очень достойная. И я очень рада, что меня отметили, наградили. Это очень приятно. Когда моя мама получила медаль за отвагу, я почувствовал гордость за нее. И моя мама – пример не только для женщин, но и для всех. Я очень люблю свою маму и горжусь. Она мужественная и добрая. У нас отряд – это просто как единый механизм, единый организм, который очень работает на высоком уровне профессиональном, с большой отдачей, и каждый человек – у нас достоин самых больших наград. Я служу, по мнению, в лучшем медицинском отряде. Очень горжусь этими людьми, с которыми я работаю. Очень их люблю, ценю. И я хотела бы, чтобы они об этом слышали. Обязательно слышать. Я уверена, что это взаимно. Оксан, сейчас попрошу тебя ответить на вопросы, ради чего стоит жить и за что не страшно умереть. Напиши, пожалуйста. За счастье родных и близких, за любовь, за мир и спокойствие на земле, за светлое будущее детей, за их беззаботную жизнь и веселый смех.
выросла вот такая красавица. Теперь есть что нарядить. В прошлом году мы ее наряжали. Она была, наверное, вот такого примерно размера. Такие женщины, как Оксана Воронкова, доказывают на своем примере, что можно проявлять мужество и оставаться женственной, спасать жизни под огнем и не огрубеть, нести утешение и хранить свой очаг и свою страну.